78-летний Евгений Петросян снова стал отцом. Новостью о прибавлении в семье он и его 35-летняя жена Татьяна Брухунова поделились в день рождения их общего сына, Вагана, которому исполнилось 4 года. И судя по фотографии, на которой запечатлено счастливое семейство их дочки, вполне может быть несколько месяцев. История с неожиданным появлением дочери многим показалась чересчур таинственной, ведь Брухунова регулярно выставляет фото себя любимой на показ и активно демонстрирует, что она не только в курсе всех модных тенденций, но даже в определенной мере их задает. Вот только беременности у Татьяны внимательные подписчицы за несколько месяцев так и не разглядели. При этом слухи о суррогатной маме сам Петросян уже опроверг. Юморист утверждает, что дети у них с женой появляются естественным путем. Заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это. И это произошло. О том, как они решили назвать дочку и когда же дочка все-таки появилась на свет, счастливые родители пока решили не сообщать.